столице республики стартовали всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Они посвящены памяти нашего земляка, чемпиона России Владимира Сергеевского. Владимир Сергеевский внес огромный вклад в развитие шахмат в Чувашии. Среди его учеников сотни спортсменов массовых разрядов, перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Последователи знаменитого гроссмейстера в республике более 15 тысяч человек. Причем в мир шахмат с равным удовольствием погружаются и взрослые, и дети. Некоторые занимаются этим вполне профессионально. Прохождение таких масштабных, очень высокоранговых соревнований на территории республики, это, конечно же, мощнейший стимул, прежде всего, для того, чтобы действующие спортсмены, действующие или активные любители шахмат оттачивали свое мастерство. Ну и самое главное, это дополнительный фактор для вовлечения все новых и новых людей в это направление спорта. Чтобы поставить шах и мат, в республику приехали мастера из 19 регионов России. Воля жребия может свести за одним столом начинающего шахматиста и профессионала. Но интеллектуальная игра вполне может идти на равных. Вчера немножечко поиграли, сеанс одновременной игры Ольга Гиря давала, с ней сыграла в ничью. Вот немножечко такая тренировка прошла. Очень рада, что приехали гроссмейстеры со всей России. Очень хотелось бы с ними сыграть. Просчитать победные ходы надо за считанные секунды. Эту систему игры называют швейцарской. На партию дается 15 минут с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Первый символический ход предоставляется главе республики Олегу Алексеевичу. Поехали. Ожидается, что завтра в республику приедет знаменитый шахматист, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов. Турнир завершится в воскресенье. Призовой фонд составляет 540 тысяч рублей. Инесса Потапова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.